Движение транспорта по двум полосам 8-го участка трассы Таврида будет запущено к 1 мая. Общая готовность федерального объекта составляет 65%. 1 мая 2022 года будут завершены работы по строительству в первой очереди искусственных сооружений. Это моста через речку Черная, путепроводов через улицу Нефтяная и железнодорожного пути. Движение будет открыто по двум полосам правой проезжей части. На искусственных сооружениях будет установлено барьерное ограждение, дорожная одежда, нанесена разметка. Также Павел Ена сообщил, что строительство идет опережающими темпами. Напомним, 17 марта во время совещания по вопросам социально-экономического развития Крыма и Севастополя президент Владимир Путин поручил ускорить завершение строительства последнего 8-го этапа Крымской трассы Таврида, соединяющей Керчь и Севастополь.